Йоху! Всем всё-всё, с вами Инсган, и мы продолжаем My Time at Portia. Прошлая серия у нас получилась немножко сумбурно законченной. А знаешь из-за чего? А из-за того, что место на диске закончилось, куда OBS, собственно, ведет свою запись. И вот. И вот, но... Я-то об этом не знал, понимаешь? Я-то об этом не догадывался, собственно, подстава, но... ничего такого прям сверхсерьезного у нас потом уже не было. Где молоко, блять? Вот молоко, вот яйца. Пока вас не было. Собственно, в прошлой серии мы сгоняли, знаешь, куда? Мы сгоняли вот сюда, шахта Ингол. Там катакомбы, такие же, как в руинах завода очистки воды. Прошли первый этаж, нам за это дали охерительный вот такой меч. Прям новый меч называется. Да. У него плюс 200 к атаке, так же как у молота, только он бьет быстро, скотина, это просто имба. Это просто имба, я просто охреневаю, он очень-очень мне прям нравится. Так, здесь у нас что? Мастер топора, ну давай добавим мастерство топора. Значит, надо еще одну, да, это что такое? Это цветочки собираем. Но все равно придется, чтобы открыть следующий. Так, к шансу получить двойную добычу при рубке деревьев... нет, отмена. Это что при работе с жилами? Живность. Нет, живость. Максимальная выносливость. О, вот эта тема. Максимальный запас энергии. Вот это давай. Вот это берем. Вот это берем, вот это давай. В общем, дали меч, он охренительный. Я уже сгонял в другие каты. Я уже добыл 10 вот этих вот закаляющих растворов. Меч бьет просто на раз. Просто на раз. А почему, блядь, два? Это день? Нас. Становится поздно, вам нужно отдохнуть. Я же спать ложился только что или забыл. Ну, да ладно. Ну, да ладно. Давай, ложимся спать. По-моему, я засыпал. Вот, и помимо этих катакомб, нашел я все-таки вот этот вот пустынные заброшенные руины какие-то там еще истекают. Ладно, это которые за 600, по-моему, там ходили, где добывали алюминьку. По-моему, это те, где добывали алюминьку. Буровик я нашел. Буровик, знаешь, где был? Бля, сейчас надо будет опять с самого начала листать. В самом конце просто надо было страницу перелистнуть. На него действительно нужно прям дохрена всего. Ну и мы его уже почти собрали. Там осталось не так и много. Боже, как вот это вот медленно происходит. Это просто беда. Можно вот там в каталоге предметов, наверное, это как-то быстрее сделать. Вот, дуговая печь, здесь страница пустая, и ты думаешь такой, блин. А тут на тебе раз. В общем, промышленные двигатели, большие шины, резиновые шины, наконечник бура, кстати, падает с босса в тех руинах. А, там босс такой же точно, вот этот, который был. Но мы сейчас еще сходим по руинам, погоняем. Панель управления, резиновый фрукт, нет, это в резиновую шину, стальная оболочка и одноместное сиденье. В общем-то, все... Все вполне себе такое добываемое. Сейчас давай сварим еще 3 этих компота. Держи 5 раз. Не компота, а тарталеток этих сладких. Для нашей бабушки Софии. Ага. Чтобы она от нас уже отстала с этим своим квестом. Угу, варить. Варить! Так, и последнее, наконец-то. Наконец-то. Потом доделаем бур, потом скинем всякий лишний хлам. У нас что-то хлама так много с собой. Давай, вот. И знаешь что? Еще нужно будет сделать сушилок. Опа, клинок злобы. Позволяет создать предмет клинок злобы. Так я уже умею. Ну да, уже изучено. Уже изучено, я уже такой умею. Это медный клинок, только отравленный. Так, мне надо что? Мне надо вот сюда сиденье, мне надо вот сюда колесо. А что-то еще надо было, я забыл, что. Вот медные, вот эти вот, не медные, стальные. Стальные хрени, в общем. Так, давай, 5. На. Не влазит, что ли? Вот, влезло. Так, 6. На. И 7 колеса, пожалуйста. Все, хрень готова. Хрень забираем. Отлично. Буровик. Буровик готов. Где рыба? Надо рыбу на место положить, пожалуйста. Рыбу на место, вот так вот, раз. Отлично, теперь что мы делаем? Теперь надо вот это вот все пособрать, снова зарядить. Угу. Не понял. А что, типа, больше нельзя? Может, там закончилось железо? Ну-ка. Ну-ка, давай-ка мы посмотрим. Да, железная руда закончилась. Ладно, потом сходим, набьем. Это, в принципе-то, не проблема. Вот здесь надо сбагрить все.
Да. Это вот здесь, кстати, не надо. Это вот здесь вот не надо. Здесь сортировка. Это на пятерку. Правильно? По-моему, правильно. Две у нас свободных ячейки. Поехали. Так, 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 так. Вот, эту можно вот сюда положить. Удочка нам, кстати, тоже здесь особо не нужна. Место можно освободить в общем и целом. Значит, книгу продаем. Мишка. Ой, 12 к максимальному здоровью. Сейчас как бы не до него. Так, давай дальше. Вот это вот раз. Мясо нам тоже нахрен с собой не надо. Мясо змеи зачем? Яблок куча всяких. Фруктов. Фруктов-то мы теперь понабрали. Куда их девать, непонятно. Порох есть, это есть. А почему 10? Или у меня осталось 10? Я вроде взял 10 всего. Открыл, кстати, еще один ряд. Открыл еще один ряд в инвентаре. За 10 там с чем-то косарей. Все, места нет, вот зараза. Вот зараза, надо идти и строить себе еще один сундук. Смотри, вот этот ряд открыл, а это теперь 15. Ну, это хорошо. Это хорошо, это мелочи жизни, это не так уж и много. Значит, идем сюда. Заходим вот сюда. Выбираем сушилку. Сейчас объясню, что к чему, что почему. 4. Давай 3 сделаем. Хорошо, 6. И пойдем их вот тут вот прям поставим, пусть они стоят себе. Смотри. Да встань уже. Раз. Два. И три. Зимой, наверное, хорошо сохнет. Создать. Создаем, включаем рыбу вяленую рыбу лезвия. Так, здесь аналогично. А, это 8 у меня есть, все. И пусть она сушится, потому что тема нормальная. С одной стороны, с другой можно просто купить, наверное, хило-то и не париться. Наверное, можно просто купить и не париться. Ну да ладно, будем сами готовить себе хилки. Потому что тема нормальная, тема надежная. Так, что по-по-по-по? Что по-по-по-по? Опять все собираем, собираем, собираем. Надо железо. Надо железо, надо идти в каты, но сейчас мы в каты не пойдем, на это время пока тратить не будем. Надо бы сундучков нам наделать, где-нибудь, я так понимаю, можно их вообще в углу сделать. Бронзовая плита нам нужна, по две за раз. Ты, значит, нам пилишь уже бронзовые плиты. Плиты ты умеешь делать? Ты умеешь делать, ну давай делай. Ну давай делай. Хорошо, значит, нам надо отдать бур, нам надо отдать эти тарталетки. Лошадь у нас, наверное, чему-нибудь научилась, я надеюсь. Рыбок надо покормить, вы жрать хотите? Давай десятку скинем. Потому что, по идее, это не должны хотеть уже. Смотри, 3 уже кошачьих сома. Так, убрать. Вот. А тебя кормить. 10. Угу. Нормально. Нормально. Поехали к Софи. Может быть, ей, кстати, и рыбу продадим. Будет не очень так неплохо. А ты где? Здесь, что ли? О, бабуль, привет. Держи. Ой, радуешь ты бабушку. Я уже так давно хотела поесть фруктовых тарталеток. Молодец. Радую, да. Все, поехали. У бабушки его этой же купим. В смысле, ей же продадим еще рыбу королевскую кошачью. Там какую-то невероятно. Невероятно крутую рыбу. Больше такой нигде нету. 6200. Но 131. У нее, кстати, может еще денег-то не хватить. Твою мать. Твою мать. Сколько ты стоишь-то? 6557. Надо на 300 чего-то накупить прям, да? Давай соли накупим на 100 штук. О. О, чтобы продать сама. Соль нужна будет все равно. От нее, знаешь, никуда не деться. Соль делать такое. Сколько у меня денег? А сколько у меня денег? Мне бы, знаешь, улучшить там себе дом. 30 косарей, маловато будет. Маловато будет, надо на рыбалку идти, надо на рыбалке рыбачить. Так, мы, значит, куда-то пойдем туда сдавать бур. Пойдем, хорошо. Подожди. Это соберем. Пойдем, раскинем все, что мы там собрали. У меня же не влазит, да, все. Ну, хотя бы что-то скинули, уже хорошо. Уже неплохо. Медведь. Так, это надо все продать куда-нибудь. Вот куда-нибудь продать. Лошадь, иди сюда. Лошадь, иди сюда. У нее восстановление выносливости, по идее, должно быть натренировано прям в топчик. Вот сюда вот нам надо, да? Хорошо. Мы идем вот сюда. Сейчас пойдем по квесту, потом зайдем в руины. Или сразу в руины пойти.
Не, ну ладно, пойдем по квесту. Пойдем для начала по квесту, потом пойдем в руины вот здесь вот. Они такие несложные. Ну хотя как несложные? Там эти червяки опять. Там эти червяки, я их молотком бил. Молоток очень круто сбивает атаки. Это прям мне нравится. Минт. Здорово. Не могу поверить, что у тебя получилось. Наверное, в ход пошла какая-то темная магия, да? Ха-ха-ха, ты настоящий мастер. Я взялся за этот проект ради дяди Гейла. Он очень поддерживает меня. Хм. Спасибо, что всегда помогаешь мне. Жители Портии без тебя бы и половины дел не переделали. Согласен. Ну все, давай увидимся, пока. Вот так вот квест закончился, дали 3 косаря, ну нормально, нормально. Стамина, я так понимаю, я восстановление стамины у лошади качаю. Ну как качаю, прокачал. А мне-то надо ее объем, так сказать. Пойдем на второй этаж, не знаю, там на самом деле жестковато может быть. 39-41, какой у меня левел, я, честно говоря, не в курсах. Но здесь дали крутой меч, он мне прям нравится, он прям... О, после этого меча, знаешь, вот так вот. Ну да, О, нет. Вот, кстати, да, смотри, какой-то хрен. Мутировавший огнеметчик. Он еще и огнеметчик. Ни хрена вы жарите. 400. Ну слушай, вот эти вот жестковатые. Они бьют больно очень. Очень больно бьют. Прям хилиться надо будет сейчас. Еще огнеметчик, смотри. А его атаки этот не сбивает. А молоток сбивает? Ну-ка, давай молотком. Здорово. Нормально. Нормально, но больно бьют. Надо прям хила много. Прям смотри, что происходит, а? Прям смотри, что делают. Рыбы лезвие у меня не так кончится. Вон так, улучшенный двигатель здесь. А здесь ни хрена ничего нет. А вон там тоже есть сундук. А как туда залезть? Ну-ка, прыгай-ка. Уж не знаю. Не, ну вряд ли это так. Типа закаляющий раствор, ладно. Ладно. Но в прошлых, в первых катах были только вот эти червяки, они били гораздо меньше. Эти вот прям огнеметчики, они жуткие какие, посмотри. Смотри, что делают. Их еще пачками здесь. Давай, подходи по одному, ублюдки. Ты кто? Ты тоже огнеметчик. Давай, бей. Сбиваем пока его атаки. Вот и не сбиваем уже. Ну, добили, ладно. Блять, еще один огнеметчик, отходим. Пум-пум-пум. Давай, добивай. Отлично. Отлично, аптечку дали. Железный слиток. Что-то еще. Что-то еще. Так, вон он наверху один. Как туда зайти, тоже не очень пока понятно. Ну ладно. Вот тут уже огнестрельное оружие прям в тему будет. Но у нас пока нет сульфата, надо его наделать. Он просто еще не наделан. В принципе, там можно было подождать и наделать уже. Так, ну-ка. Пум-пум. Ты чё, бьёшь просто лопатами? Затерявшийся мутант. Почему мутант? Непонятно. Да ты какой недобиваемый-то. Ну смотри, здесь они прям мощные уже. Алюминиевую руду, кстати, дал. О, сундук, здорово. Так, сундук это хорошо. Там еще у нас, по-моему, 2 сундука, получается, осталось. Вот один. И там где-то был второй или не было, я не помню. Вот сюда нам можно залезть как-то, нет? Типа вот эта же лестница. Смотри-ка, он по ней запрыгивает. Довольно забавно это выглядит. Но закончилась лафа. Ладно, пойдем туда. Вот еще есть сундук. Туда надо, наверное, падать с этого места, да? Наверное. Так, здесь что? Здесь вон там он куда-то можно пройти, но непонятно, что там, зачем туда проходить. Блять, вон эта хрень. А, так мы туда и пойдем дальше, я понял. Открывай. Улучшенный двигатель, доска для серфинга с уточкой, серьезно? Так, ладно, нормально, вот эта хрень нам, в общем-то, наверное, не страшна. И меч, получается, тоже, что ли, атаки сбивает? Давай камень, хорошо. Вон еще этот хрен. И улитка. Тын-тын-тын, смотри, крит был на 600, вот это нормально. Это нормально. Так, добивай давай. Чуть-чуть не добил. Смотри, прошли левел. Хорошо, садовую лопатку дали. Так, второй из третьих. Сейчас будет босс. По встречах своего спутника или спутницу жизни вы, возможно, захотите что-то там сделать.
Хорошо, значит, последний этаж должен быть босс. Можно даже немножко подхилиться. Видишь, как рыбы лезвия уходят просто моментально. Бля, это другой, ты кто? А ты кто? А ты как бьешь? Здорово, свинобот. Ага, понял. Отходим. Угу. Ну пока нормально. Если он тупо вот так вот крутится, то это вообще как бы херня. Мне кажется, он как-то еще должен бить. Половить какие-то вещи. Смотри, по 100. О, 465, 500 еще кританул. Отходи. Можно молотком попробовать. Давай. Давай, крутись сюда. О, блядь, вот и вторая атака. Но он только прямо перед собой у него получается все вот эти вот атаки. О, еще криты. Мечом быстрее. Хотя и меньше. Угу. Две атаки, получается, мы успеваем. Иногда даже с критами. Ну, прямо перед собой это вообще не проблема. Ни хрена сегодня у нас какой. Опа. Интересно, что будет, если под эту его атаку попасть. Можно будет день под конец ради интереса попробовать. С одной стороны, а с другой, может, знаешь, она прям типа на раз. Ну вот, осталось немного. Куда ты там крутиться-то собрался? Давай под атаку попадем, посмотрим. Он, по-моему, блядь, просто остановился. Ну давай, крутись вот на меня, езжай, дуй. Опа, 200, нормально. Нормально. Давай хильнемся на всякий случай и посмотрим. Что будет, если он крутиться будет? Да, блядь. Я сказал крутиться. Ай, ну его нахрен. Короче, не будем рисковать. Так, простая микросхема, закаляющий раствор, промышленный гигант, гибкая ткань, улучшенный двигатель. Этаж пройден. Так, получается, этаж мы прошли, за него не дали никаких, собственно, таких каких-то интересных штук, типа оружия, типа еще чего-то такого. Хила у нас тоже толком нету, получается, правильно я понимаю? 30 секунд. Да, есть у нас доска для серфера с уточкой, плюс 40 к максимальному ОЗ. 40 к максимальному ОЗ. Ну так, плюс 8 к атаке. А у меня сколько к атаке? Плюс 6. Значит, вот это убираем. Будем носить с собой лопатку, блядь, садовую. Ладно. Ладно, так, дык, так. Так, дык, так, дык, тык, тык, тык. В общем, вот такие вот руины. Первые были попроще, там были только эти. Как их? Комары, тараканы. Вот, 42-45. Покинуть руины, сейчас покидаем. Потому что у нас хила нет. Надо пойти купить хилы, типа штук, не знаю, 100. И можно, мне кажется, прям на все эти идти. Прям на все коты идти, в принципе, знаешь что, можно как бы этим сейчас-то и заняться. Где лифт? Быстрее, быстрее, лифт, 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 не уезжай. Скотина уехала, а? Фу ты. А здесь что? Здесь ничего. Зайти? Нет, нельзя, вон. Вон она, стена. Поехали на лифте, у нас опять в пустыне идет снег. Вот так вот, давай, вставай. Пойдем сейчас посмотрим, какой хил можно купить. Стали нам надо будет сделать, но это уже в офлайне, наверное. В онлайне это какой... Какой смысл? Хотя это немного, конечно. Рыбное место. Вот интересно, какая там рыба есть. Пойдем сходим. Нет, давай не будем ходить, ладно. А, так, какой-то квест, сломавшиеся часы. У кого-то часы сломались. Нет, знаешь что, пойдем в аптеку вот сюда вот. Вот сюда вот, поехали. Давай газуй, газуй давай. Ну-ка. Угу. Приехали, но нам не сюда. Нам не сюда, вот здесь, кстати, можно и стали покопать, в общем-то. В общем-то, казалось бы. Так. Заходи в клинику доктора Сю. Угу. Что у вас тут можно прикупить? Смотри, какая медсестренка. О, привет, hey. Так, как дела? Здорово, hey, говорим. Так, твоя, ничего, неплохо выглядишь. Будь осторожней. В руинах не думай, что я буду вытаскивать тебя из каждой переделки. Прием. Что прием, блядь, ты пьяная, что ли?
Так, деваха. Это благодаря тебе у школы новые перила? Спасибо большое, выглядит просто замечательно. Да, ты мне тоже нравишься. Если они и вправду собираются построить новый город, то им понадобится доктор, верно? Может, это мой шанс? Может быть. Конечно, это твой шанс. Акупунктуру, что? Хочешь попробовать акупунктуру всего лишь за 1000 г? У меня это очень хорошо получается, и нисколько не больно. Очки навыков после лечения будут сброшены. Нет. Я понял, что это такое сбросить типа навыки. Как психическое здоровье может влиять на состояние тела? Извини, я задумалась. Если у тебя какой-то недуг, приходи в клинику. Ну, ладно. Ладно, магазин при клинике. Так, что по хилу? 300, блядь, нихуя. Ну, а не 500, это что-то дороговато прям. 160, 120. 79 стоит, типа 10, это будет косарь. Давай 50, типа, возьмем. Спасибо. Спасибо, доктор. Я же 50 купил. Или не купил, не понял. А у него нет 50, серьезно? Твою мать, вот говно. Давай 10 купим. Да, вот, видимо, поэтому и надо. Так, ты что, давай тоже с тобой болтанем. Ага, мне нравится собирать травы. Иногда с деревьев листьев падают жучки. Я даю их Циви в качестве подарка. Ха-ха-ха. А-ха-ха-ха, и правда прикол. Ладно, пойдем. Ладно, пойдем. Куда пойдем-то? Пойдем к дому. Посмотрим, глядишь, какой-нибудь квестик придет, а, соответственно, с утра, сейчас ночью отхилимся, ночью выспимся, и с утра пойдем на этот самый, катакомбы, ко-ко-ко-такомбы. Так, а, с вами что, кормить? На тебе вот этого вот добавить, конечно, давай сразу. Так, у нас получается это уже все. Тренировать скорость, тренировать бег, тренировать прыжки. А бег от скорости. Ага, ну да, скорость, ладно. Давай, ладно, скорость пусть тренируется. Это мы зачем-то все собираем. Мне охота уже надоела вот это ставить постоянно. Нужно это все как-то автоматизировать. Там, кстати, нечем. Больше нечем это самое. Больше нечем это самое. Топить. Топить нечего, нечего делать. Ничего не произвести, ничто не сделать. Мы, кстати, трубы-то напилили, да. Значит, мне можно сундучок сделать или нет? Где он? Вот, смотри, два можно сделать. Давай два сделаем. Отлично, прекрасно, замечательно. Так, сундук. Дунсук. Вот так вот. Опа. И цифра 6. Цифра 6 пусть стоит вот здесь. Раз. Раз к ним вообще подходить не надо, то, соответственно, это меня вообще не парит. А вот хил меня немножко парит. Можно мне немножко хила? Вот еще мазь вот эта вот, хорошо. И вот это вот. Ага, 0-0-0. 0-0-0-0-0, нихера вообще не нажарилось. Значит, сортировать все? На. Поменьше стало, отлично. Идем спать. Отхилимся, и если никаких квестов резких не появится, то пойдем в каты. Пойдем в каты, пройдем, наверное, все каты. Посмотрим, какой у нас левел. Но эти, конечно, жесткие черти. Эти черти жестковатые, а босс прям вообще лошара. Ну, ты видел? Ты видел? Босс прям вообще ни о чем. Кстати, можно... Ага. Ага! Нам надо сделать какой-то там селитровый порошок, пока я не забыл. Давай покормим рыбу, пока я не забыл. Ты жрать хочешь? Не хочешь. Ну, не хочешь, как хочешь. У тебя что тут? А, посмотреть состояние. Бляха, опять у нее закончилась эта хрень, а? Где у нас? А вот они у меня. Они у меня были, оказывается. Оказывается-то они у меня. Угу, давай, беги. Так, а, применить удобрение. Угу. 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 Как много надо. Надо сходить в церковь, наверное, сделать этот настил, как-то с ним разобраться, потому что я не понимаю. Я не понимаю, что тут с ним, как тут с ним. Применить удобрение, смотри, кнопка есть. Ладно, ты что делал? У тебя еще 8 осталось, да? Давай-ка делай-ка магниевый порошок, подруга. 50, да. Вот. Магниевую руду мы нашли, где добывать.
И хорошо. И хорошо, и замечательно. Это пусть валяется. Это мне пока ничего не надо, ничего не хочу. Пойдем почитаем почту. Блин, ладно, давай почитаем почту и пойдем от Марты. Привет, Инсган! Зашла Эмили, поблагодарила за тарталетки. Сказала, что Софи, они очень понравились. Еще раз спасибо тебе за помощь. Кто говорил, кто готовил, того и деньги. Держи. Деньги, видимо, дала. X10 яйцо дала и тыквенный пирог. Хорошо. Сколько денег-то дали? Я не понял. Не знаю, сколько денег дали. Немножко просмотрел. Я надеюсь, лошадь за ночь натренировалась. Пойдем в исследовательский центр. Зарядим непосредственно исследование. Там какой-то квест опять болтается. Нужно посмотреть, какой. Только я не пойму, где. Наверху, что ли? Коль, что ли? Не знаю. Не пойду тогда. Тогда не пойду. Давай, идем быстрее. Так, ты где? Петра? Петра? Е. Да, исследовать. Какие у тебя варианты есть? 20 только, да? На, еще 15. Но их все равно до хрена. Все, давай, давай. Пока. Так, здесь что? Здесь всякая фигня, она нам особо не нужна. Ну и пойдем дальше. Квестов на первый взгляд не видно, мэр ничего не говорит, никто ничего не говорит, тогда поехали. Опа. Куриные бега. Сломавшиеся часы. В школе, видимо, часы сломались. Ну и ладно, значит. Значит, ученики получатся чуть подольше. Да, мы сюда идем. И пойдем, попробуем, завалит и завалит, но. Ну, ни хрен и страшно. Давай, прыгай на лошадь опять. Прыгай с лошадью опять. Пау. А какой у нас левел, хочется мне узнать. Давай-ка посмотрим. Персонаж. Левел 37. Уровень. Уровень 37. Погнали. Так, уровень 42-45. А вот почему нам на этом сложно было. Это был уже не наш уровень. Погнали. Птичьи гнезда, сундуки и мешочки удачи можно открыть, щелкнув по ним правой кнопкой мыши и что-то там еще. Хорошо. Ну явно же подстава какая-то. Тут прям не спускаемся, да? Ой, блядь, косой, здорово. Мутировавший шахтер. Много ты бьешь-то? Не, немного. Но атака не сбивается. Это, конечно, неприятно, да. Давай-ка. Вот, а это сбивается. А ну-ка, вот этого. Огнеметчик, вот это вот прям неприятно, конечно. У него тоже не до конца сбивается. В общем, молот, знаешь, я пока не буду, наверное, никуда отдавать. Маленький кремниевый чип. Наверное, пока что я молот отдавать не буду никуда. Ни хрена, это что, типа лава уже? Брух. Вот, хорош. Хорош. Непонятно, сбивается атака или нет. Блядь, еще кто-то появился, что ли? Тут еще какая-то... А, это типа можно еще упасть ниже, да? Первый из 5 этаж. 5 этажей, смотри. 5 этажей. Так, давай-ка мы чем-нибудь там сожрем все, что можно. Деревянная корзинка можно разобрать, по-моему. Устанавливает 1 энергии. Дает эффект оглушения, длится 3 секунды. Не, давай это говно выкинем. Как его выкинуть? Выбросить. Выбросить все. Угу. Так, вот как раз сейчас мы сожрем весь хил. 24 энергии. Нам энергии не надо. 30 ОЗ в секунду. 7% энергии. 35 к защите. 10 к атаке. 10 к атаке. 15 энергии. ОЗ плюс 2. Постоянное увеличение. Ну и в принципе, ты смотри, уже и немного осталось. Уже и немного-то осталось там. Так, у тебя какой там? 2. Ну, пойдем. Здорово. 1300, нормально. Главное не дать ему, отходим. Хорош. Хорош. Да, атаку сбивает, смотри прям. Но этот молот мне нравится, конечно. Я пока буду им бить. Он хоть и медленно, зато он атаки сбивает, зато он как бы это самое. Зато он не дает им бить. Ты кто, огнеметчик? Нет, ты какой-то хрен. Опа. Да, можно и мечом бить, наверное, да? Вот это нормально. Здесь он тоже атаки сбивает, я имею в виду наш метч.
но не очень понятно. Каждое лето 12-13 числа проводится турнир боевых искусств в Портии. Давай на шестерочку жахнем чутка, вот так вот, раз. Так, здесь что? Здесь попрыгушки какие-то, туда-сюда, налево-направо. Открыть. Сундук можно открыть. Лезть. Я к тебе даже сзади могу подойти, да? Да, с косой-то он не проблемный. Самые стрёмные огнеметчики. Ну-ка, иди сюда. Тихо. Этого мы сбиваем атаки, получается? Вроде да. Главное его не отпускать. Из угла. Вы там где там? Он бегает. Чё бегаешь? Блять, скотина, смотри, попал. Опа, 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 отошли все быстро. Смотри, бьют как. Ну-ка. Но тут неудобно, они отходят, их зажимать не получается. Получается, что они бьют. А мне это не очень нравится. Давай-ка я к тебе туда запрыгну. Держи. Во! Нормально. Нормально. Так, шестерочка. Опа, 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 опа. И закончилась шестерочка. Хила нету, ни хрена. Вот это подстава. Так, это мы уже изучили, да. Опа, 300 очков здоровья. Нормально, бинтика ставим. Бинтика ставим, бинтик нормальный прям. Так, здоровье. К атаке. Энергия, ладно. 10 к атаке. 7 энергии. Вот. 24 энергии. Ладно, идем. Гримсь. Здорово. Блин, как вас много-то здесь. Давай-ка я вас молотком буду бить. Тут масса атака есть какая-нибудь, типа, на молоток? Смотри, как жарит. О, хорош, последний остался. Где-то здесь был. Или все? Ты живой там, нет? Нет, помер. Ладно. Ладно, а здесь что, можно зайти-то, нет? Можно, но бессмысленно. А, все, конец уровня, да? Нормально. Нет, смолот прям хорош. Это, блядь, только первый этаж был? Ни хрена себе, как жестко. Ладно, пойдем. Блядь, здесь опять что-то не пройти, как-то непонятно. Непонятно, как-то мы прыгаем, но да ладно. На. Во, раздаем прям. Прям молоток прям вообще решает просто все вопросы. На. Главное начать бить. Вот. Вот. Итого, жахнули сзади как-то. Незаметно это произошло, да? Да, аптечку, кстати, дали, это нормально. Это очень хорошо. Бля, огнеметчик. Огнеметчик, огнеметчик, главное сбить. Прыгай. Опа. Вот, хорош. Огнеметчик готов. Давай, давай. Еще. Последний, последний. Вот, все. Ху, опа. А смотри, сколько здоровья, это уже снесли, скотина. Так, давай. Здесь есть что-нибудь, здесь нет. О, это следующий этаж уже, быстро. Или что-то мне показалось, что долго. А, не понял. Все инструменты, магазин, с помощью которого Марс зарабатывает на жизнь. Найди сюда, тут какой-то другой уже этот расклад. Так, огнеметчик, скотина. Вот это вот очень нехорошо. Отходим, 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 отходим. Все, пожарил, до свидания, прощайся. Со своим огнеметом. Еще один огнеметчик, давай, жарь. Я пока здесь посмотрю, ничего интересного нет. Угу. Это был твой последний выстрел. Я надеюсь. Здесь то же самое. Угу, и погнали. Блум, сейчас двоих будем шлепать сразу. Ай, неудобно с разных сторон. Огнемет, огнемет, огнемет! Скотина, добивай его. Да что ж ты такой живучий-то, ублюдок? Аптечку еще одну дали, нормально. Можно, кстати, уже, в принципе-то, и воспользоваться одной. Так, здесь можно залезть наверх, пройти туда, куда-то сюда. Вот тут... Опа, это что такое? А, это хил. Нет, это меч какой-то. Бля, это меч, пацаны. Использовать. Восстанавливать здоровье на один. Осталось использование одно. Ну нет, это я тогда в конце как-нибудь использую. Потому что сейчас оно мне еще не надо. У меня еще здоровье-то нормально. Я думал, меч дадут новый. А чё-то не дали. А чё-то не дали. А чё не дали, не знаю, зажали.
Заржали, зажопили. Зажопили, мне не дали крутой меч. Ну вот этот, этот как его. Вот этот атаку сбивает, в этом прям его плюс. В этом прям, конечно, он имба. На. Ну и криты нормальные у него. Едут. Бам. Держи. Все, ему конец уже, это до свидания. Это до свидания, это без разговоров. Все, конец левела, нет? Бля, еще. Ну держи. Ну держи, мутируешь шахтера, вот это все херня. Только огнеметчики самая проблема. Там, кстати, огнеметчик, насколько я понял, правильно? Блять, не то, конечно. Мне это надо было огнеметчика, отпрыгиваем от него сразу же. И поехали. И поехали. И поехали. И приехали. И до свидания. Хорошо. Сульфат, кстати, дали. ХП 700. Ты в какую сторону ты побежал? Давай, беги сюда. Бум. А я тебя встречаю уже вон чем. А этот удар не сильно получится. Что ты с ним знаешь сделать? Заблочить там или еще что-то? Кстати, четвертый этаж, следующий этаж с боссом, правильно? И вот он, я пошел хилиться. Я пойду похилюсь, там есть эта хилка. Собственно, чего бы не похилиться. У меня 783 получается ХП из 1400. И прям надо, да, прям нормально. Сейчас так похилимся и пойдем к боссу. Пойдем к боссу, не знаю, какой босс будет, сложный, нет. Но в принципе, смотри, у меня 11 бинтов уже есть теперь. Можно, наверное, и на последний этаж зайти. Да. Отлично. Отлично, хил есть, весь есть хил. Давай, раз уж мы еще на последний этаж собрались, попробуем немножко энергии восстановить. Вот так вот, например. Да, чтобы ее хватило. Ну, в принципе, если у нас там еще сушеные абрикосы эти есть, то я думаю, не проблема. То я думаю, не проблема будет зайти еще на последний этаж. А вот что по хилу, не знаю. Может быть, это будут первые каты, которые мы не пройдем. Но мне кажется, должны. Мне кажется, должны потихоньку, знаешь, не спеша. Вот так вот. Все продумано там. У вас во дворе есть верстак и сборочная станция, с помощью которых можно создавать предметы. Босс-то где? Босс, ты где? Ух ты, блядь. А, так это этот. Я такого бил уже. Я твои атаки сбиваю. Здорово, чувак. Вот этот мощный. Я его атаки, кажется, не сбиваю. А нет, сбиваю. Да, все, до свидания. Все, я его атаки сбиваю. Вождь Хончу, извини, я тебя сейчас просто заспамлю. Я тебя сейчас просто заспамлю. Ну а что ты хотел? У тебя там левел побольше моего. И ты сам он какой здоровый. А я тут маленький хожу с этим своим молотком. Да, прям имба. Короче, ребята, вот то, что он сбивает атаки, это просто... Смотри, он стоит, он ничего сделать не может. А если я буду его мечом бить, то он меня будет бить, смотри. Ага, я дал 300, нихера себе, до свидания. Тихо, 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 нет, блядь. А-а-а, скотина. Показал, ага. Показчик, блин. Так, куда нам идти-то? Все, короче, сейчас мы его будем спамить, потому что если нет, то это прям жопа, это прям нам его не взять. Здорово. А, у него еще ХП не восстановилось. Все, давай, до свидания. Это была твоя последняя атака, я тебе больше не дам. Я тебе больше не дам, у меня есть имбовый молоток, я тебе им буду просто шлепать до утра здесь стоять. Пока у меня, я не знаю, что-нибудь не кончится. Пока 3 часа ночи не наступит, я не лягу спать. Главное его не упустить, так сказать, из фокуса. 400, хорош. Еще 200. Можно какой-нибудь ударчик-то на косарик хотя бы? Давай, до свидания. До свидания, вождь Хончо. Превьюха-то будет с тобой у нас, нет? Не будет. Далее, куртку путешественника, вот оно. Вот оно, куртка путешественника, давай смотреть. У меня куртка Кунг-Фу Сэм, 80, 80 к защите, серьезно? 180 к защите, 40 к энергии, а здесь 30. Нормально. Уровень 40. А, мне еще ее надеть нельзя, блин. Еще 3 левела ее надеть нельзя. Ну ладно. Ну ладно, плюс 5 к критическому удару. А здесь 8 к атаке, 6 к защите, 3 к критическому удару. У меня уже был такой, кстати. Во. Нормально. Плюс 5. Хотя, по-моему, я что-то вешал вместо этой... я же что-то вешал вместо этой корзинки. Оно было по криту гораздо лучше. Нож я вешал. Плюс 10 к критическому удару. Я думал, корзинку можно разобрать. Жахнул на нее правой кнопкой. Думал, что ее разобрал. Но нет. Вот, плюс 10 к криту. Нормально.
Чё по хилу? По хилу, в принципе, нормально, можно идти дальше. Где выход? Идем, пробуем сейчас совершать невероятное. Как раз у нас осталось 20 минут. Последний левел. Войти. Не знаю, что будет, какие там уровни, я тоже что-то даже не посмотрел. Пойдем. 3 этажа, спасибо, что 3, хотя бы не 5, блядь, потому что 5 это, конечно... А, ну тот же самый. Ты какого? 49, нихера у тебя. Левел какой. Так, здесь еще, я так понимаю, лава какая-то, да? Бежишь на меня, да? Держи. Держи, я тоже. К тебе иду. Ой, еще один снизу, блядь. Нихуя не по 290 сбивает. Или это я с ним? Короче, кто-то с кого-то сбивает по 290. И это прям много, мне кажется. Потому что если это по мне они сбивают, то это прям до хрена. Нам куда идти-то? Идти-то куда? Дорога-то где? Так. А если я в лаву упаду, то это все будет? До свидания или нет? Я просто... Блять. Да, это все. Это до свидания. Я понял. Попыток осталось 0. Вот это вот меня, кстати, не очень радует тема. Ладно. А тут вообще можно наверх куда-то уйти, смотри. Или что это такое? Ну-ка, подожди. А ну-ка, подожди. Нет, нам-то надо вот туда идти явно, да? А там куда-то еще наверх можно. Здорово, пацаны. Давайте-ка за мной. За мной все бьют по 50. Это уже много, кстати. Мне надо, чтобы они оба здесь стояли, чтобы фокус не терялся. Если фокус потеряется, то они начнут по мне бить. А тут прям удары пропускать совсем вообще нельзя. Ой, как вас там много... В этом сундук лежит. Я пойду лучше к сундуку, чем к вам, потому что, знаете, мне сундук как-то больше нравится, я прямо скажу. Я вам прямо скажу. Тут, знаете, бля, как их там много вообще, жопа. Раз, два, три. Три там вас. Ты чё, ко мне сможешь подойти-то, нет? Второй встал. Ой, бля, вот этот может. А вот этот может, смотри-ка. А тот не может, а этот может. Там еще кто-то есть, нет? Одного добил. Отлично. Отлично. Этот держится. Этот добился, этот тоже. Все, этот тупит что-то. Я не знаю, что ты тупишь. Так, туда типа не ходить. Но здесь провалишься, нет? Хуй знает. Что значит не ходить? О, бля, здрасте. Бункс, отходим. Этот побежал. Беги! Сюда, я здесь. Куда ты побежал? Он в обход. В обход как-то бежит. Вон сундук вижу. Это типа сундук здесь спрятан, поэтому не ходить. У вас там много, реально. Блять, еще один, нет? Так, косари, давайте все за мной. Двое только пошли, ну ладно. Но двое так двое. Угу, один готов. Второй готов, пойдем третьего готовить. Там он еще... А, здесь конец выхода. Не конец выхода, а выход из локации. Хорошо, но надо еще куда-то зайти, потому что у нас там этот не открылся. Потому что у нас там не открылся не сундук, а выход, короче. Короче, выход. Бля, вот здесь как? Это по доске надо зайти, прыгнуть потом. Потом еще вот так вот прыгнуть, вот так вот еще пройти. Сюда прыгнуть, выход не открывается. Здесь сундук открыть, надо вот туда сходить. Надо вот туда сходить. Я сразу пошел, получается, на выход из левела. А нам не надо пока на выход из левела. Нам надо вот этих придурков добить. Вот там какой-то новый. А нет, это коса у него, да? Иди сюда. Давай, сагрились. Блять, огнеметчик скотина. Огнеметчик скотина. Отходим. Давай этого добиваем хотя бы. Добили, отлично. Огнеметчик, давай жарь свой огонь. Я пока отойду и тебя сейчас добью. Все, держи. 600, нормально, жахнет. Вот это бьем, вот это бьем, вот это нормально. Так, а вас сколько там? Двое, трое. Ой, пап. С двух сторон гасит. Вот это не очень хорошо. Оп, оп, оп. Похилиться нам бы не помешало, но в принципе у нас бинтов 15 штук, нормально.
Нормально пока что идем. Что там будет с боссом, непонятно. Если мы будем его атаки сбивать, то вообще срать, что там будет с боссом. Будем просто его... Нихера, да? Вот это крит, блядь, на 1300. Вот это бахнул, вот это жахнул. Как сюда залезть-то? Можно как-нибудь? Я что-то не вижу входа. Ладно. Ладно, кажется, это игрой-то особо не предусмотрено. Но там и сундуков нет, на первый взгляд, и ничего не видно. Ладно, пойдем. Пятерочку давай жахнем. Мазью, так сказать, помажемся. Мазь восстанавливает 130, получается, здоровья. А бинт 300. Поэтому бинт пока оставим. Вон он, выход. Пойдем на второй этаж. Нормально прошли. Стамина, кстати, у нас уходит. Вот это вот не очень хорошо. Так, ты что восстанавливаешь? Здоровье. Вот энергия. Ты восстанавливаешь атаку. Ты восстанавливаешь... Подожди, атака? Да, это все жахаем. Поехали. Поехали. Плюс 6 к защите. Херня. Давай дальше. В записной книжке вашего отца есть самые разные чертежи. Там вы можете узнать что-то там. Ну и хорошо. Ну и хорошо. Можно поверху... Блять, огнеметчик. Здорово. Тихо. Ты огнеметишь там? Да, 43 сбил. На. Все, давай, больше не огнемять. Потому что зачем? Потому что зачем ты это делаешь? Пойдем поверху, потому что понизу мы как бы всегда можем спрыгнуть. Да и здесь сундук лежит, логично. Здравствуйте. А надо всех обязательно гасить? Или можно кого-нибудь не гасить? А, нет, надо гасить, иначе дверь не откроется. Правильно? Правильно. Так, а здесь-то мы куда идем? На нас кто-то сагрился, судя по музыке. А, выход вон он, огнеметчик вон он. Ну, этаж вроде как небольшой. Отходим. Все, он проогнеметил, дальше поехали. Теперь моя очередь бить. Держите, получите. Огнеметчика надо добить. Отлично, и второго добили. Этого теперь погнали. Там он еще косарь, и этот, который бегает с чем там, с кирками или с чем. Это уже так, мелочи жизни. Самое сложное и главное — это огнеметчик, потому что он, во-первых, атака не сбивается, во-вторых, он бьет по площади, то есть у него массуха, массовая атака. А нам это неприятно, нам это больно, нас это задевает, знаете ли. Что там было? Ничего не было, показалось? Ты кто? А вы кто? И что тут у вас? Блять, упал. Упал, ты посмотри. На. Блять, не добил еще. Сколько у вас хп-то? Как много прям. Больше, чем у меня даже может быть. Огнеметчик. Ай, красава, вовремя отошел-то. Отошел прям вовремя. Там еще один огнеметчик. Что происходит? Тихо. Отходим. Этот зажарил, скотина. Или это мы его? 800. Хорош. Косарь, иди сюда. Иди сюда, косарь. Зачем тебе коса? Объясни мне, откуда у тебя в шахте коса вообще? Ты что? Ты ее зачем с собой взял? Здесь, вероятно, мог быть сундук, но типа нет. Но типа нам не повезло. Пойдем наверх, как и хотели изначально. Но немножечко не получилось, сейчас получится. Прыгай давай. Так, тут дырявая вот эта доска получается, да? Правильно я понял. Только пол не сломай и не упади. Я тебя... Май упал. Я же тебя просил, не упади. А мы отсюда, кстати, вообще ни хрена. Нет, выйдем. Спасибо, прыжочки помогают. Поехали, сундук взяли. Маленький кремниевый чип, неплохо. ХП мало. Сейчас будет босс, правильно я понимаю? Да. Да, конечно же, я правильно понимаю. Хила нигде не видно, а могли бы, знаешь, и дать. С одной стороны, с другой, сейчас мы и так отхилимся, что там. Чё уж там. У нас, кстати, попыток осталось 0. Насколько я понимаю, надо будет каты проходить заново, если мы сейчас профукаем. Простая мазь, мажемся. Бинтик берем, шестерочку нажми. Все, отхилились, отлично. Нет, нам нужна вот эта. Кто там? Братан, тебе не повезло. Тебе, братан, не повезло прям вообще. Прям вообще все, до свидания. Атаки я твои сбивать планирую. И как бы тебя ударами спамить. А что делать? У тебя левел больше. Блять, ты туда не уходи только. Чтобы я не перестал, так сказать, по тебе попадать.
Вот 500, хорошо. Очень хорошо идем. Хотя, знаешь, неплохо бы, конечно, было бы куда-нибудь вниз спуститься. Но пока попадаем, ладно. Пока попадаем, хорошо. В принципе, мне... Ой, блядь, не попадаем уже, да? Слезай. Слезай оттуда, беги прям ко мне. Ой, атаку сбил. Ой, красавчик. Ой, кто красавчик? Я красавчик. Кто красавчик? Я красавчик. Прям атаку сбил вождю Хонча. Жопа. Жопа тебе, вождь Хончо. Сейчас я тебя добью и прям... Кстати, нам здесь тоже вот не надо. Тут мы можем, знаешь, сразу выйти. Нам бы вот сюда вот его куда-нибудь обойти, вот с этой стороны. Вот было бы неплохо. Вот так вот, смотри. Держи. Блять, попал. Смотри, сразу почти мне все хп снес. Просто почти все хп. Просто почти все хп. Я бы похилился, но я боюсь, что пока я хилюсь, он меня жахнет. В смысле, грохнет. Сапфир. Особый предмет. 5 штук, между прочим. Нахрен они мне нужны, я не знаю. И все, это был последний этаж. Собственно, все катакомбы мы зачистили. Время у нас 50 минут. Успеем еще до города. Все зачищено. Это шахты Ингол. Покинуть руины, больше никуда не пойдем. Вступив в брак, вы сможете купить для мужа жены сладкий тортик у загадочного торговца. Съев его, ваша вторая половинка будет что-то там еще делать. Я не успел дочитать. Ой, смотри, шапку дали. Шапку же дали, да? Шапка искателя приключений. 600, блять. Серьезно? 600? У меня 320. То есть смотри, у меня сейчас 1431. Здоровье. Шапка искателя приключений, конечно, стрёмная. 45, блять. Ай, скотина. И этот не взять, и шапку не взять. Ну что за жизнь? Что за жизнь? Сапфир-то нам зачем? Добыча камня фермы. Драгоценный камень, который сияет как солнце. Можно продать за 150. Понятно. Понятно, где лифт-то? Сейчас уже ночь начнется. Сейчас уже ночь начнется. Собственно, идем к дому, ложимся спать, ждем новых квестов. Ага, давай, поехали. Нам до 40-го левела еще, получается, 3 качаться. Ну, это долго. Ну, это долго, конечно, это долго. Долго это. А что у нас вот здесь? Вот смотри, открытая получается, закрытая в смысле местность. Вообще до хрена закрытой местности, очень много. Очень много, и вот здесь вот мы еще не ходили. Тут-то оно типа открыто, но туда можно зайти-то, нет? Я не знаю. А, не знаю. Ладно, поехали на базу. Поехали на базу, поехали ложиться спать. У нас 8 минут. Квесты бы собрать и типа все. И типа все, пока на этом, пока, на этом пока, наверное, закончить стоит, да? Поехали. Поехали нашу кобылу опять будем тренировать. Что у тебя там есть из еды? На вот это вот добавить, да, конюшня. Так, темп восстановления выносливости у нас максимум. Скорость давай тренировать. Тренировать скорость. До свидания, я пошел. Я пошел спать. У вас что, вы жрать хотите? Не хотят. Ну не хотите, как хотите, мне больше достанется. Надо пойти надыбать этих... Опа. Бля, пульки. А бля, пульки. Ну, а я так понимаю, судя по вот этому вот... вот тому... Тут там можешь сделать что-нибудь, нет? Наверное, нет. Не здесь пули, да. Судя по тому вот этому, который тот, а не этот. Ясно? Удочка начинающего рыбака. Обычная удочка. Кирка, бронзовая кирка. Оружие. Железный меч. Улучшенный, улучшенный железный меч. Клинок злобы. Ну, у меня-то прям хороший меч, мне прям нравится. Но вот жалко, вот, вот он бы атаку бы сбивал бы, и все, и до свидания, просто... Просто до свидания, блядь. 100 пуль мы сможем сделать, да? Магниевый порошок нам еще нужен, 2. А сколько у меня их было? 1. Ладно, пусть делается. Пусть делается, пойдем спать. В принципе, кстати, мы 18 бинтов набрали, это нормально. Я имею в виду по хилу. 18 на 300, это не больше 3000, ну как... Почти что 6 тысяч, где-то 5, да, 5200 восстановит нам хп. Это хорошо. Это хорошо, но босс вот тот за раз просто атаку сбивает. Если бы не этот молот, который сбивает его атаку. Не за раз атаку сбивает, я хотел сказать. Я хотел сказать, что он за одну атаку нас высекает. Просто у него атака смертельная, что-то серьезное там. От Кэрол. Твоя швейная машинка просто нечто. Я смогла закончить новую одежду гораздо быстрее. Думаю, с этой машинкой можно даже изменить характеристики предмета. Почему бы тебе не прийти и не посмотреть? Первый перекрой бесплатно. Хуй знает.
от торговой гильдии. Уважаемый мастер, приглашаем вас завтра на нашу ежегодную наградную церемонию торговой гильдии, которая будет проходить у нас. Лучшие мастера уходящего года получат награды. Приходите. От Альберта. Привет, Инсган, как поживаешь? О, блять, ты кто? Как поживаешь после приключения в старой шахте? Наверное, было весело. Как бы там ни было, у меня для тебя новая работа. Видишь ли, для остановки нужны водонапорный бак и зарядная станция. Как думаешь, сможешь их сделать и установить? Я прикрепил к письму чертежи. Если тебе некогда, я просто попрошу Хиггинса. Ну, можно, кстати. Альберт, ПС, у меня также есть еще куча других поручений, связанных с Южным Блоком. Размещу их завтра в торговой гильдии. Вот оно что. А, зарядная станция, водонапорный бак. Ладно, эти там 4 дня будут опять думать, размышлять о разном, думать. Хорошо. А, давай посмотрим, собственно, что там. Сколько их там надо. Буровик, вот он. Водонапорный бак. Медная плита, алюминиевая плита. Алюминиевая плита? Твердый алюминий? Ой, бля. Ой, пошло-поехало. Зарядная станция. Промышленная печь. Твердая. А для чего она используется? Там есть какое-нибудь описание? Нет? Алюминиевая. Ага. Твердого алюминия надо, короче, до хрена. Очень вовремя нам дали дуговую печь. А вот здесь, наверное, должно быть описание. Правильно я понимаю? Нет. Найди следующий и переплавь их. Водонапорный бак. Я не знаю, для чего. По одному пока сказано собрать. Ладно. Поехали, знаешь куда? Поехали к этой барышне, где она там живет. А ты где живешь? А куда метки-то ведут? А, это там остановки надо поправить, что ли? Вот они, смотри. Остановка транспорта. Ну, видимо, вот здесь вот надо поставить эту хрень. Ясно. А где живет эта подруга, которая шьет там, и которой плетут швейную машинку-то сделали, отдали? Я что-то не понял. Ты где живешь, Марта? А, в шмоточной, наверное, вот здесь. Ну-ка. Магазин одежда. Что там у тебя? Плюс 60. Мало. 30. Смешно. 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 Это просто смешно. О, кепка, смотри, 320. Блять, и типа вот. Куртка рабочего. Она стоит 6 косарей. 120 брюки рабочего. Короче, если одеться типа как рабочий, то прям нормально. Но трусы рабочего. Ну как бы вот. А что ты говорила, там можешь что-то изменить, поменять туда-сюда? Я ни хрена не понял. Там наверху какой-то квест висит. Дубок. Да. Ладно. Вон там кто-то идет. Я думаю, это Марта идет или кто-то. Ты же мне письмо писала. Блять, поехали на лошади. Чего мы пешком-то бежим? Да, это вот она, Кэрол Люси. Люси? Я собираюсь сводить учеников на ферму Сывы. Он живет на краю пустыни. Надеюсь, они этого очень ждут. Мы не слишком часто ходим на экскурсии. Сломавшиеся, понятно. Недавно перестали работать часы на здании школы. Можешь взглянуть, нельзя ли их починить? Мне кажется, там упала какая-то старая деталь. Конечно, блядь. Конечно. Пойдем к зданию школы по времени. А уже надо заканчивать. Надо уже заканчивать. Стой. Часы-то где у вас? Не понял. Ага, вот она, школа. А, вон запчасти, медная проволока. Понятно. Это все понятно, это все несложно, это все просто. Значит, мы сейчас сделаем что? Ложимся спать, смотрим, какие завтра квесты. А, лошадь, давай тогда тоже потренируем, раз уж пошла такая пенка. Лошадь тренировать. А, тренировать скорость. Давай, добивай, там осталось 2 копейки. Там осталось 2 копейки. Хорошо. Здесь ложимся спать. А, у меня же пистоль. Пистоль появился. Так, лечь спать, да. И смотрим завтра, какие там задания нам надавал этот хрен, как его там зовут. И вот. И вот, и все, и будет у нас прекрасно. Угу. И будем серию заканчивать, правильно я? Правильно я говорю? Давай быстрее загружайся уже, что так долго? Опа! Весна пришла. Весна пришла. Где ружье? Вот оно, ну-ка, давай два. Не хватает пуль. Как не хватает? Я же их сделал. Ай, бля, мы только начали их делать-то. Точно, точно, точно. Ну, опа. Ну-ка. Не хватает. Как это не хватает-то? Вон они. Что их-то надо как-то зарядить туда? Наложить, положить, смотри. Что?
Не понял. Сток атаки. Ну, кстати, удерживайте клавишу атаки, чтобы непрерывно атаковать. Источник верстак. Да как это не хватает пульта? Ты чё? Хрен с тобой. Хрен с тобой. Поехали смотреть, что там за поручение нам дали. Еще бы неплохо посмотреть, мы там выиграли что-нибудь. Что-нибудь в церемонии-то этой самой награждения или нет? Вон в письме, наверное, написано, да? Детали. Рейтинг мастерских. Поздравляю, в прошлом месяце вы заняли второе место. Коробка удачи. В рейтинге мастерских еще немного. Да-да-да-да-да, это мы все знаем. От исследовательского благодарим... О, военный двигатель. О, кремниевый процессор. Привет, мастер. Благодарим за твой вклад в развитие исследовательского центра в прошлом году. Вне всяких сомнений, большое количество дисков данных ускорило наши исследования. Мы твердо считаем, что благодаря технологиям наше будущее станет лучше, поэтому будем заниматься исследованиями дальше. Вот награда за твою помощь. Наслаждайся. Там, кстати, по-моему, еще вот так можно было сделать. Исследовательский центр, ясно. От Пресли. Инсган, даже не верится, что ты в порте уже целый год. И посмотри на себя сейчас. Работаешь, не покладая рук. Уверен, твой папа гордился бы тобой, увидев, чему тебе удалось научиться. Держи в подарок в честь первого и, надеюсь, не последнего года в порте. Желаю тебе и твоей мастерской всего наилучшего, Пресли. А какой подарок-то я пропустил? Что-то я прошляпил подарок. Военные двигатели, это эти дали. О, коробка удачи, ну-ка. Стул дали, блядь, заебись. Теперь у меня есть стул. Я не знаю, какой подарок он мне дал. Улучшенный железный меч, что ли? Нет, это у меня был. Хрен его знает. Короче, посмотрите, потом напишите в комментах, пожалуйста. Сундук смотри, блядь. Как я туда залезу? Куда, я не знаю, как залезть, разве что через дом перелезть, но это тоже. Может, надо как-то летать научиться. Пойдем в торговую гильдию. Время 8 утра, Хиггсу можно набить мордом. Но это не обязательное условие. Пойдем посмотрим. О, спасибо за ваш упорный труд в этом году. А теперь мэр вручит трофеи мастерам, занявшим первые три места. Гейл, о, у меня второе место. Как-то это все. Поздравляю! А это первое место, серьезно, блядь? Он каждый день просто берет квесты. Хорошо поработал, мастер. Ну? Тебе еще до меня еще далеко. В следующем году я тоже стану номером один. 20 косарей. Нормально. Да-да-да-да-да. Да-да-да-да-да. 20 косарей, кстати, это неплохо. Поехали. Вот они, развитие южного блока. Нам требуется одна автобусная станция для южного блока. Автобусная станция. Чертеж в приложении. Пожалуйста, доставьте выполненный заказ в торговую гильдию. 5 косарей, нормально. Что еще? 10 композитных, это косарь. Это 3600. Это 3. Одна крыша с дымоходом. Вот. Можно, кстати, этот взять. Развить... А, тоже, смотри-ка. Деревянных досок. А еще можно было эти взять. Тут уже все. А тут уже нельзя. Но это тоже нельзя взять. 2 обеденный стол. А, большой железный бак. О, блядь, еще можно было взять. Я что-то не понимаю, как это работает. Ну да ладно. Серьезно? Опоры из железного дерева. Я даже не читаю, я просто беру. Типа, можно было так, да? И вот это еще нельзя. Охренеть. Ну ладно. Ладно, короче, квестов у нас навалом. А в офлайне тогда я это все подготовлю. Это все сделаем. И в следующей серии пойдем уже сдавать. И так уже, как обычный перебор. Ай-яй-яй-яй-яй. Ай-яй-яй-яй-яй. Тут у нас пришла весна. Тут у нас все хорошо. Кстати, забыл сказать. Яблоки. Яблоки вон там. Вон туда вот показываю. Смотри, вон там. Вот в той стороне. Вон там. Видишь, где лес? Там есть яблоня. Там есть дерево, на котором растут какие-то плоды. По-моему, как раз и яблоки и растут на вид. И, соответственно, его пинаешь. Стоишь, пинаешь. Оттуда падают яблоки. И вот тебе, пожалуйста. Вот тебе, пожалуйста, яблоки. Собственно, вот так вот это и работает. Давай, это тоже вот так вот магниевый порошок. Почему он не стреляет, скотина? Я вот что-то не понял. Может, там пули нужны какие-то особенные? Или она только ядовитыми дротиками бьет? Не знаю. Не знаю. Давай попробуем. Так, змеи. Укус змеи. Оружие на основе старых артефактов. А, ядовитыми дротиками. Серьезно? Серьезно? С другой стороны, ядовитые дротики-то мы же давно можем сделать. Ну-ка.
А ну-ка. Бля, он пули постоянно просто подбирает. Но не здесь. А, вот ядовитые дротики, 25. Ладно. А здесь можно их сделать? 20. Тут... А, 50. О, Семен Семенович. Ну типа давай. Давай, пусть будет вместо кирки. Давай. Посмотрим просто, как он стоит. 1000? Блять, нихера себе. Я что-то не до конца уверен, что мне нужна 1000 этих дротиков. Допустим, вот он, кузней, смотри. Пау! Не хватает пуль. Ну попробуем, попробуем, попробуем. Церковь его не одобряет, ну и насрать. Вот на, блять, опять еще письмо. На этом, ребятушки, будем заканчивать. Церковь Света. Нам стало известно, что ты обладаешь оружием. Не используй его, именно оружие привело ко дню бедствия. Если ты продолжишь его использовать, это может ухудшить отношения между тобой и последователями нашей церкви. Пожалуйста, подумай о последствиях. Пошли вы нахер. Нахер вы пошли. С другой стороны, пока что-то не особо видно. Но попробуем, попробуем, посмотрим. Вот, в общем, идем сохраняться. На этом все, ребятушки. Спасибо, что досмотрели эту серию до конца. До встречи в следующей серии. Не забывайте жмакать лайкосики, писать комменты про телегу, про дискорд, про вот это вот все остальное. Всем бья-бьяу.